В Люберцах состоялся 9-й съезд Международной профессиональной ассоциации психологов. Выступали представители из разных городов, которые делились инновационными подходами и методами помощи людям в преодолении эмоциональных и психологических трудностей. С профессионалами своего дела пообщалась Анастасия Кладинова. Международная профессиональная ассоциация психологов – это содружество специалистов в области научно-практической психологии. Такие встречи направлены на повышение уровня знаний, популяризации профессии и обмена опытом. Конечно, это и профессиональное развитие, и это профилактика выгорания, потому что коллеги могут взаимодействовать и общаться друг с другом. Сегодня присутствуют замечательные спикеры, очень много кандидатов наук. Среди зрителей у нас есть и доктора наук, выдающиеся ученые. И вот сегодня мы в одном пространстве, чтобы поговорить о науке психологии, которая встроена во все научные познания, потому что там, где человек, всегда психология. Участники съезда выступили с докладами и визуальными материалами, в которых делились наработками. Каждое выступление дало возможность рассмотреть и узнать новые методы в проведении разных психологических терапий. От арт-программ до когнитивной практики. Особое внимание уделялось адаптации новых технологий. Я являюсь разработчиком направления арт-логотерапии. Это направление, объединяющее творчество, искусство и смысл. Да, мы через творческую составляющую поднимаемся к логотерапии, к смыслам. Помогаю людям проблемы с деменцией, также с черепно-мозговыми травмами, проблемы с инсультами. То есть восстанавливаем высшие психические функции. Тема моего доклада – искусственный интеллект в психологии. На данный момент искусственный интеллект очень помогает в психологии, помогает... Также сфера применения – это большая обработка данных. Искусственный интеллект уже умеет ставить диагнозы, например, ОКР, и даже превзошел медицинских работников. Ведущие специалисты проводили мастер-классы. Завершением съезда стало награждение выдающихся членов ассоциации. Словами благодарности и признания отмечены их многолетние усилия, новаторские идеи и вклад в развитие психологии как науки. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.